Приветствую вас, друзья! Я Татьяна Букреева, художник, и сейчас я проведу мини-экскурсию по галерее, а также покажу и расскажу немножечко о своем творчестве, поделюсь своими мыслями. Выставка называется «Я Вселенная», поэтому у вас есть возможность познакомиться немножечко со Вселенной конкретного художника, а именно Татьяны Букреевой. Ну что, поехали! Мы сейчас находимся в галерее «Грани», это Гринвич, Екатеринбург. И сегодня мы привезли картины на развеску. 3 ноября будет открытие, праздничное открытие. Приходите, кто в Екатеринбурге. Ну, а я хочу поделиться с вами своими мыслями, как художник создает свои работы, что наталкивает, может быть, на какие-то сюжеты, так как все работы, они тщательно продуманы, да, в каждый период времени. И вот, например, вот это, да, то есть она называется «Начало миров». Мне очень хотелось показать, насколько хрупок наш мир, и нужно его прямо бережно держать в ладошках, да, то есть у нас люди иногда про это забывают, где мы живем, и что не все вечно, да, хочется, чтобы на самом деле помнили. Работа с пионом. «Космическая красота» называется, этикеток еще нет, но я думаю, в принципе, и так понятно, да, что он действительно притягивает к себе внимание. Я очень люблю писать цветы, в них какая-то особая таинственность присутствует, вот эти переходы, нежные переходы оттенков. Особенно вот в данном случае он на фоне космоса, да, то есть вот так вот светится изнутри. Тоже мне очень нравится сама цветовая гамма. Кстати, фиолетовый – это цвет творчества. И вот это вот ощущение какой-то нежности, хрупкости и в то же время микро-макрокосмос, да, то есть тут все вместе, то есть вот оно все едино, все друг другу. Друг друга, наверное, поддерживает, и красота цветов, и космос. Ну, вот какое-то ощущение такое вот у меня, во всяком случае, к этой картине. Дальше есть картина «Пегас» с лошадью. Я обожаю этих грациозных животных, и, конечно, очень хотелось передать вот эту вот блеск кожи, да, шерсти, вообще форму, вот эту вот силу, мощь. Ой, вот эта вот картина называется «Фортуна», «Колесо фортуны». Знаете, ну это просто вот хочется сидеть иногда вот так вот на берегу какого-то красивого озера, на горе, я очень люблю горы, и наслаждаться просто видами, да, то есть вот тогда будет ощущение, что да, действительно, фортуна повернулась таким образом, что ты просто кайфуешь по жизни. Картина «Прекрасная незнакомка». Ну, в каждой женщине есть эта незнакомка, да, прекрасная, я считаю. Нужно ее просто раскрыть в себе, показать миру. И вот эта картина, она как раз об этом, о том, что любая женщина, она прекрасна, и иногда мы даже для себя являемся незнакомками. Кстати, у меня сегодня день ознаменовался, я первый раз пошла на йогу, поэтому я себя узнаю с новой стороны. То есть вот таким образом. Здесь идет информация обо мне, как о художнике. И еще несколько пейзажей, которые тоже просто радуют мой глаз, вообще откликается. Знаете, когда вот видишь какой-то пейзаж, и внутри прямо вот мурашки начинают бегать по мурашкам, как я говорю иногда. Это вот как раз это состояние, когда солнце садится, когда небо окрашивается какими-то бесподобно яркими, сочными оттенками, или когда осень, она вот такая вот звонкая, прямо мерцающая какая-то. Восход, да, ну, как вы уже поняли, очень люблю утро, я его, и солнце, я везде его передаю. Здесь у меня картина, она с применением текстурных материалов, текстурная паста, ну, тоже очень такая работа яркая. Эта картина называется «Сквозь время», и смотрите, мы как их развешали прямо под ней. Картина, это копия по картине Шишкина, свободная копия. И вот как сквозь время мы все равно продолжаем наслаждаться пейзажами, красотой мира, красотой природы. Вот такая вот небольшая экскурсия. Как я уже сказала, выставка будет открытие 3 ноября в галерее «Грани».
это Гринвич, Екатеринбург. Здесь еще продолжают развешивать работы, картин очень много, художники тоже разные, поэтому приглашаю, приезжайте. Ну а кого заинтересовали мои работы, я буду рада видеть вас у себя на сайте. Ссылку оставлю под этим видео. Мой сайт с картинами, где представлены работы разного периода моего творчества. С вами была Татьяна Букреева, и я желаю всем наслаждаться жизнью, видеть красоту и, конечно, беречь этот мир.